Сегодня я поделюсь с вами итальянским рецептом приготовления свиной корейки в луковом соусе. Часто можно услышать, что итальянцы не едят лук и чеснок. Не верьте этому, они едят и лук, и чеснок, но только не так в прикуску, как мы привыкли, а готовят блюда в большом количестве лука и чеснока. Вот, к примеру, это блюдо, которое сегодня мы будем готовить. Для приготовления корейки в луковом соусе нам понадобится свиная корейка около 1 кг, лук 500 грамм, полстакана белого сухого вина, соль по вкусу, немного оливкового масла. Вот, пожалуй, и все. Минимальный набор продуктов, но блюдо получается очень вкусное и нежное. Оно подходит для всей семьи. Свиная корейка в луковом соусе подходит как для воскресного обеда, так и для праздничного стола. Берите на заметку этот рецепт. Для начала обвязываю мясо пищевым жгутом. Это мы делаем для того, чтобы сохранить форму кусочка. В глубокую сковороду наливаю немного оливкового масла и поджариваю корейку до золотистого цвета с каждой стороны. Это мы делаем для того, чтобы все соки во время приготовления остались внутри корейки. Затем нарезаем лук полукольцами. Кастрюлю для приготовления блюда лучше выбрать по размеру корейки. Нам надо, чтобы корейка тушилась в соусе, но при этом мы много воды добавлять не будем. Чем меньше кастрюля, тем лучше. В разогретое масло добавляем лук и готовим до прозрачности. Отдельно нагреваем воду где-то пол-литра, она нам сейчас понадобится. Лук готов. Добавляем обжаренную корейку. Сейчас надо бы добавить полстакана белого вина, но у меня дома было только красное вино. А вкус красного вина с мясом мне не очень нравится. Я имею в виду использовать красное вино для приготовления мяса. Хотя многие говорят, что мясо именно готовят с красным вином. И я решила готовить без вина. Если у вас есть белое сухое вино, добавьте полстакана. Готовьте до испарения. Но не отходите далеко от кастрюли. Все время поворачивайте корейку. Затем добавляем горячую воду. Она должна покрыть корейку до половины. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне час, а лучше полтора часа. За полчаса до окончания приготовления солим по вкусу, открываем крышку и даем испариться в воде, желательно до загустения соуса. Последние минуты будьте внимательны, чтобы соус не подгорел. У меня обычно на приготовление такого кусочка корейки по времени уходит точно полтора часа, и тогда мясо получается очень нежное. А когда я сильно тороплюсь, то готовлю в скороварке. Корейка готова. Убираем ее на отдельную тарелку. И если в соусе, на ваш взгляд, много жидкости, то можете еще несколько минут готовить его до загустения. В конце приготовления с помощью погружного блендера лук с оставшимся бульоном взбиваем в однородную массу. Получается вот такой луковый соус. Пока мы готовили соус, корейка немного остыла. Можно снять жгут и нарезать на тоненькие кусочки. Перед подачей на стол кусочки корейки поливаем горячим луковым соусом. Если вам кажется, что кусочек большой на один раз, не переживайте. В луковом соусе мясо хранится долго. Ведь так готовили мясо, когда еще не было холодильников. Я нарезаю сразу весь кусок корейки и заливаю его соусом. Так мясо лучше пропитывается и становится еще вкуснее. Рецепт простой и доступный всем.
Готовьте корейку в луковом соусе сами и делитесь рецептом с друзьями. В нашей семье это блюдо любят не только взрослые, но и дети. В Риме есть магазин, который сложно охарактеризовать, сказав, что это продуктовый магазин. Italy Гипермаркет. Здесь продают высококачественные итальянские продукты и напитки, большой ассортимент мясных продуктов, сыров, пасты, огромная винотека и сеть ресторанов. Italy – это магазин с продуктами из всех регионов Италии в одном месте и под одной крышей. Такие магазины есть во всех крупных городах. Уникальность этого места в том, что если вы приедете сюда, то получите ответ на вопрос, что же такое итальянская кухня. Здесь вы увидите не только продукты питания и можете купить их. В этом магазине каждый день проводят дегустации. Перед покупкой можно попробовать продукт и, если понравился, купить. В центре Рима очень много продуктовых магазинов, но такого выбора ассортимента вы не встретите нигде. Если вы хотите увезти на родину вкусный подарок из Рима, то лучше его покупать в таких магазинах, как этот. Ваши близкие оценят такой подарок. Скажу сразу, цены здесь высокие. Ну а если для вас цены дороговаты, то прогуляйтесь по этому магазину, как по музею. И не забудьте продегустировать продукты, ведь за дегустацию деньги не берут. Побывав здесь однажды, вы поймете, какой огромный ассортимент продуктов в итальянских магазинах. Когда я снимаю видео в продуктовых магазинах и на рынках, то называю это гастрономическим раем. Имея такой ассортимент в магазине, теперь вы понимаете, почему в Италии культ еды. Мы без покупки отсюда не выходим. Равиоли с брокколи романеско, равиоли с треской и рикоттой, равиоли с мясом, свежая паста. Цена указана за 100 грамм. Страчателла – это ниточки сыра, которые находятся в густых сливках. Сыр мягкий, нежный, настоящий сырный деликатес. Рядом рикотта из молока буйволицы. Здесь цены за килограмм. Сыр пармезан. На каждой упаковке написана выдержка сыра. Чем больше выдержка, тем дороже сыр. По вкусовым качествам, чем больше выдержка сыра, тем вкус у него насыщеннее. Этот сыр очень хорошо плавится. Недавно показывала вам его. Головку сыра подвешивают над горячими углями, а потом плавленый сыр намазывают на поджаренный хлеб и сверху поливают медом. Вкусно! Когда я вижу сыр Проволо, вспоминаю, как осенью нам Фарид привез в подарок целую коробку сыра из городка Аджерола, который находится на Амальфитанском побережье. Какой же он был вкусный! Еще раз спасибо тебе, Фарид, если ты сейчас смотришь это видео. Проволо и проволетто – это один и тот же сыр, только отличается размером. Здесь можно было продегустировать мортаделлу, а здесь проходила дегустация сыров. Соус с черным трюфелем – это настоящий деликатес по вкусу и аромату. Шоколад в ассортименте с имбирем, перцем, орехами, разными ягодами на любой вкус. Оливковое масло. А ведь оливковое масло где-то со 2 века до нашей эры использовали как универсальное средство.
Его не только употребляли в пищу, но и использовали в гигиенических целях после тренировок. Например, вспомните общественные бани Рима. Такой комплекс до сих пор можно увидеть в Вечном городе. Это термы Каракаллы. Римляне очень любили посещать термы не только для соблюдения правил гигиены, но и использовали их для отдыха и развлечений. В термах были залы, предназначенные для тренировок. Мужчины боролись, делали силовые упражнения. После завершения тренировки они покрывали свое тело оливковым маслом. Затем скребком, который получил название стригиль, очищали кожу от оливкового масла, впитавшего грязь и пот. Такая процедура не только увлажняла его тело, но и очищала поры от въевшейся грязи. Также оливковое масло использовали в качестве топлива для ламп, в качестве универсальной смазки. Сейчас оливковое масло считается зеленым золотом Италии. Бальзамический уксус в подарочных коробках. Тоже чем больше выдержка, тем дороже уксус. Я всегда его добавляю в салаты. Розовая гималайская соль. Анчоусы. По виду они немного похожи на кильку. Их добавляют в пиццу, салаты, соусы, бутерброды. Вкус у них очень насыщенный, даже можно сказать пронзительный, с пикантно-острыми нотками. Не всем они нравятся. Пассата ди помодоро – одна из основ итальянской кухни. В любом магазине есть большой ассортимент. Но мы, когда бываем здесь, то обязательно покупаем несколько бутылочек на пробу. Трудно посчитать, сколько типов пасты существует в Италии. Их огромное множество. Она удивляет не только формой, но и цветом. В пасту добавляют чернила каракатицы, она получается черная. Пасту готовят из муки чечевицы, она получается оранжевая. А из муки зеленого горошка – зеленая. Ассортимент овощей и фруктов тоже богат, но только в этом магазине можно встретить помидоры, которые выращивают на склонах Везувия. Мы наполнили свою продуктовую корзину, сейчас выпьем кофе в баре, купим что-нибудь сладенькое и поедем домой. На этом наше видео заканчивается. Я буду прощаться с вами. Хороших вам выходных в семейном кругу. Ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь видео с друзьями.